Dragonfly приняла участие в выставке «Иннопром-2018. Город Екатеринбург» в составе коллективного стенда «Минпромторг России». Здесь у нас 10 производителей отечественных товаров. В новых комбинезонах мы увеличили длину тела. Сейчас защитой комбинезоны одеваются намного удобнее. Кроме этого, мы немножечко изменили конструкцию эластичных манжет. Гораздо приятнее стали. В этом году мы выпустили несколько серий комбинезонов Extreme. Это серия Black, серия Grey, серия Combo и серия Acid. Сами комбинезоны тоже претерпели изменения функциональные. Мы добавили то, что необходимо вам. Сделали кольца D-Ring с двух сторон. Это очень удобно, потому что левые или правые ключи сейчас можно не выбирать, а можно пользоваться. В комбинезоне сейчас полностью утеплены все карманы, включая карман для телефона. Добавили светоотражающий кант на плечах комбинезона, а кроме этого использовали в вышивке светонакапливающие нити. Кроме этого, сама вышивка претерпела изменения. Она сейчас стала очень технологичная, удобная и надежная. Центральная молния в комбинезонах в этом году будет крупнее и шире. В этом году мы изменили ткань, из которой сделана вставка эластичная на спине. Она из софтшелла, непродуваемый материал. То есть также удобно в движениях, но никакого продувания не будет. В новой коллекции изменено направление вентиляции на штанинах. Сейчас они закрываются от себя.